Всем здравствуйте! Сегодня я хочу проанонсировать свой новый продукт. Этот продукт был создан для спонсоров третьего уровня. Я проводила 6 прямых эфиров, где я рассказывала о пути души после физической смерти на основе известной книги Платона «Государство». Там в последней 9-й книге есть миф, миф Ир, где как раз-таки подробно описывается о том, куда идет душа после смерти, какие варианты есть, как душа выбирает свое новое воплощение, что такое карма, какие контракты подписываются, как выбирается новое воплощение, на основе чего и еще много-много чего интересного. Я так подумала и решила, что а почему бы не поделиться с вами в виде некого такого курса и 6 лекций, не знаю, как вебинаров, не знаю, как это назвать правильно. Кому будет интересна эта информация, вы сможете приобрести этот курс. Там, значит, 6 эфиров было. Каждый эфир больше часа. Я вот что подумала. Вы его сможете приобрести, каждый эфир по отдельности. А он, я так думаю, будет стоить каждый эфир 800 рублей. Либо все 6 эфиров, да, чтобы иметь полную ценную, целую картинку, за 4000 рублей. Почему по отдельности? Потому что вы можете купить, например, первый эфир и послушать, а заходит вам эта информация или нет. Потому что я недавно, когда в одном из своих раскладов вступления рассказывала про как раз-таки свои курсы, почему они продаются, либо не продаются, я в комментариях прочитала о том, что такая достаточно глубокая информация, она требует времени и она требует внимания. А поскольку у всех есть бытовая жизнь, вот как будто бы не успевает. Так вот, я просто хочу напомнить о том, что все-таки это в записи, и вы в любой момент можете нажать кнопку «Остановить», посмотреть в какое-то свое удобное время. Ну, я не поверю в том, что у человека на протяжении целых суток нету времени для себя, именно для себя расслабиться. Хотя, опять-таки, не настаиваю. Моя задача, как говорится, предложить, а ваша либо согласиться, либо согласиться. Поэтому, если вам интересно, этот курс, он не трудный, он не сложный. Это не древо жизни, где очень много таких философских понятий. Я старалась объяснять достаточно просто, достаточно подробно. Ну, плюс ко всему, слышите меня немножечко, как я разговариваю на греческом языке, потому что какие-то моменты мне надо было просто читать. Я по памяти не могла вспомнить всю эту информацию. Вот. А, может быть, тоже будет интересно. Итак, подытожу и скажу. Если вам интересно узнать именно из источника, да, источник в данном случае является книга Платона, да, то есть достаточно древняя, о том, что такое душа, куда она идет, как она выбирает свое воплощение, что такое карма, сколько воплощений воплощаемся, воплощаемся ли мы в теле животных или нет. И много-много интересной информации. Пишите мне на почту. Эфиров в общей сложности было 6. Вы, еще раз могу сказать, можете приобрести каждый эфир по отдельности. Он будет стоить 800 рублей за эфир, либо 4000 сразу, если приобретете все 6 эфиров. Если у вас останутся какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать на почту. Я под этим роликом оставлю ссылку. «Мои услуги» называются. Нажимаете на нее и посмотрите. Там есть абсолютно все мои контакты. Там я как раз еще и распишу более подробно. И понятно, что будет входить в этот курс. И как его можно будет оплатить, приобрести и вся необходимая информация. Напишите мне на почту, если у вас есть вопросы, я вам отвечу. Ну, либо в комментариях под этим роликом. Всем удачи, знания, света, любви. Всех обняла. Пока-пока.